Более 5000 жителей Мирнинского района получили оба компонента вакцины против коронавируса. Прививались в поликлиниках и медцентре Алроса. В первую очередь прививку поставили врачи, учителя, пожилые люди, работники промышленности и сферы обслуживания. Поводов к недоверию, конечно, у меня нет. У самого есть микробиологическое образование, поэтому ничего страшного в этом не вижу. Ну и хотелось бы посоветовать всем, чтобы не стеснялись, не боялись ничего и спокойно пришли и привились. Прививаться желающие есть, только около 2000 работников Алроса ожидают первой прививки. Это сотрудники подразделения компаний в Мирном, Удачном и Айхале. В выходные в Якутию поступило более 30 тысяч доз вакцин. В Мирнинский район в том числе. Желающие получат прививку в порядке очереди. В Алроса записаться на вакцинацию можно у ответственных на предприятии или по электронной почте kopcenter@alrosa.ru. В Мирном записаться на прививку можно и с помощью голосового помощника медцентра. Позвонив по номеру 2-20-60, голосовой помощник примет вашу заявку и назначит время. Записаться на прививку от коронавируса можно и на госуслугах. Достаточно зайти на портал с помощью мобильного телефона или с помощью компьютера. На портале запущена отдельная форма. Услуга называется «Запись на вакцинацию от COVID-19». Выберите пункт вакцинации, удобную дату и время и подтвердите запись. Если выбрать время не получилось, запишитесь в лист ожидания. Сотрудники медицинской организации свяжутся с вами по телефону. После получения двух прививок на портале будет доступен сертификат в формате QR-кода. Этот документ будет подтверждать, что вы прошли вакцинацию от коронавируса. Записаться на прививку жители района могут и в поликлиниках по месту жительства. В каждой больнице работают колл-центры. Задать вопросы и записаться на вакцинацию можно и на горячей линии Минздрава Якутии. Контактные номера вы видите на экранах. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край».